Итак, сегодня с 3 до 8 часов утра по северо-западу республики пронесся ураган. От сильного ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду, пострадали 6 районов республики. 20 июня 2000 года. Вечерний выпуск программы «Город» внезапно был прерван прямым ударом молнии в антенну на здании телекомпании «Эфир». Как мы будем подматываться? В кромешной тьме, практически на ощупь, корреспонденты все-таки смогли выйти в эфир с помощью аккумуляторов и предупредить зрителей о случившемся. Итак, ураган дошел до нашей телекомпании. Молния ударила, видимо, в антенну, поэтому у нас прекратилось вещание. Мы все-таки продолжим программу «Город. Правда» видно уже в 10 часов. Смотрите, будут новые подробности. Мы снимаем все, что происходит. А пока до свидания, увидимся в 10. Вещание было восстановлено через пару часов, и ночной выпуск программы «Город» с ведущей Еленой Жарковой вышел в эфир уже без помех.